Добрый день. Рязанское информационное агентство «Семь новостей» продолжает приглашать в редакцию интересных людей, которые делятся с нами полезной информацией. И сегодня нас посетил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД России по Октябрьскому району города Рязани майор полиции Антон Александрович Бебри. Антон Александрович, здравствуйте. Добрый день. И сегодня он расскажет о профилактике детского травматизма в летний период. Антон Александрович, так сложилось, что для детей лето и самое любимое, и самое долгожданное, в то же время одно из самых опасных времен года. Расскажите, от чего в первую очередь нам нужно уберечь наших детей? Да, ежегодно с наступлением тепла отмечается рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон в первую очередь. В большинстве случаев дети получают тяжелые травмы, которые сопровождаются как черепно-мозговыми травмами, повреждениями центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов, что требует длительного лечения и восстановления. Как можно предотвратить данные падения? В первую очередь, не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон, стеклянных дверей и на балконе. Устанавливайте ограждения на подоконниках, балконах, не оставляйте окна открытыми. Старайтесь, чтобы дети не играли в непосредственной близости от открытых окон. И необходимо отметить, что москитная сетка не является защитой от падений. Создавайте условия, когда ребенку невозможно забраться на подоконник или предметы мебели. Обеспечивайте замки элементами защиты от открывания им детьми. В настоящее время участковыми уполномоченными и инспекторами ПДН в Октябрьском отделе проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения данных происшествий. И я вот взял с собой как раз памятки, которые также раздаем гражданам, чтобы они могли ознакомиться. И здесь как раз прописаны алгоритмы действий родителей, чтобы не допустить данных происшествий. А есть ли статистика, сколько случаев выпадения детей из окон произошло уже этим летом? Благодаря вот принятым профилактическим мерам количество данных происшествий в нашем районе сократилось до 2. В Октябрьском районе? Да, то есть в Октябрьском. А вот когда мы читаем такие новости о том, что ребенок выпал из окна, ну, большинство думает, что с нами это не произойдет. Это наверняка какие-то неблагополучные семьи, мы-то вот за своими детьми точно смотрим, у нас такого не случится. Скажите, так ли это? Действительно, зачастую как раз именно это многодетные семьи, в семьях, которые бывает, что состоят на учетах, и могут зачастую даже просто обычный недосмотр за своими детьми привести именно к таким тяжелым последствиям. Если для малышей главная опасность – это окно, то дети постарше летом катаются на велосипедах, мотоциклах, мопедах, скутерах и становятся и участниками, и жертвами дорожно-транспортных происшествий. Расскажите, о чем нужно помнить и юным водителям, и их родителям? В первую очередь необходимо отметить то, что водители мототранспорта, которым родители или родственники преподнесли их в подарок, не задумываясь, что тем самым подвергают опасности собственных детей. Родители 16-летнего подростка, прежде чем подарить ему двухколесный бензиновый или электромоторный транспорт, должны позаботиться о законности, в первую очередь, использования такого подарка. Для начала его использования нужно получить права категории М или под категорией А1. Дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта отличаются особой тяжестью последствий. Как правило, мотоциклисты получают тяжелые травмы. Из них самые распространенные – это сотрясение мозга, переломы основания черепа, черепно-мозговые травмы. Как бы это тяжело не звучало. Эта категория участников дорожного движения наиболее уязвима в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, так как является менее защищенной по отношению к водителю автомобиля. Напоминаем, что в неумелых руках мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспорта. В качестве примера, если позволите, я как раз приведу. Недавно в Октябрьском районе, 17 июля, в ночное время несовершеннолетний житель поселка Соколовка, управляя скутером, который взял у своего отца без ведома, совершил дорожно-транспортное
происшествие в результате столкновения с автомобилем. Только волей случая обошлись без травм. Родители несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка были привлечены к административной ответственности, и им придется уплатить штраф. А скажите, полиция проводит какие-то профилактические мероприятия, чтобы предотвратить такие случаи? Полиция на постоянной основе проводится еженедельные профилактические мероприятия, в ходе которых участковые инспектора ПДН проводят разъяснительную работу с населением и доводят такую информацию, которую я бы хотел сейчас тоже довести для телезрителей. Прежде всего, перед выездом тщательно проверяйте техническое состояние мотоцикла. Не забудьте взять с собой удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования гражданской ответственности. Без этих документов выезд мототранспорта запрещен. Если возникло малейшее сомнение в исправности мотоциклов, откажитесь от поездки. Выехав на дорогу, строго соблюдайте правила дорожного движения. Приближаясь к железнодорожному переезду, сбавьте скорость до минимума. Учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл с учетом дорожных и погодных условий. Вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травмы корпус машины. При движении на мотоцикле не забывайте включать свет фар. И самое главное, злейший враг мотоцикла – это алкоголь. На счету пьяных мотоциклистов каждая третья авария, десятки погибших и раненых. Не забывайте об этом. Главное правило для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, что вы именно как раз пример для своего ребенка. Не позволяйте несчастным случаям и травмам причинять вред вам и вашим детям. Будьте здоровы. Большое спасибо, Антон Александрович. Уважаемые зрители, берегите себя. Всего доброго. Спасибо.